Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я партнер компании Siberian Wellness, и сейчас покажу, что мы заказали для себя, для своего здоровья. У меня целых две коробочки продукции, одна полегче, другая потяжелее. Я буду показывать, что мы заказали, и пробовать, если есть то, что можно сразу попробовать. А я точно знаю, что у меня здесь в коробочках есть кое-что интересненькое. Видите, я еще не открывала в коробке, потому что я знаю, интересно всегда смотреть вместе. Так, убираем всю бумагу, которая мешает. Это то, что я больше всего ждала. Даже заказывала из Новосибирска, чтобы мне привезли в Питер пачку. А это новинка. Новый жевательный мармелад. Кактус и инжир. С чем он? С метабиотиком для поддержки микрофлоры кишечника. Обычно еще на пачках пишут, сколько нужно мармеладок есть в день. Ну, это, конечно, это вкуснейший десерт. Я, кстати, подарила пачку мармеладок и тропические фрукты своему массажисту, девушке-массажисту, к которой я сейчас хожу. Я спросила, как тебе мармеладки? Знаете, что она мне ответила? Это не мармелад, это что-то нереально вкусное. Жалко, что их можно есть так мало. Потому что именно для иммунитета там 3-4 штуки в день. Здесь я не вижу, сколько ограничений. Может быть, они есть, но... Ну, я в глаза сразу они не бросаются, то есть нужно внимательнее почитать. Может быть, информацию на сайте есть тоже почитать, так как здесь всего много написано, я, пожалуй, не буду тратить на это время, но сразу откроем и немножечко хотя бы попробуем. Здесь 90 грамм внутри. Пахнет вкусно, слышите, кактус и инжир, представляете? Они все, кстати, разные формы, могут быть такие сердечками. Кстати, когда мы ездили в Новосибирск на производство, я видела весь процесс от начала до конца, как делают эти мармеладки. Представляете, это огромная линия, и там много процессов для того, чтобы они не слипались друг с другом, их там сушат, то есть там специально организовано все вот эти процессы. В том числе нужно поддерживать одну и ту же температуру, чтобы мармеладки были вот такие красивые и вкусные. Ну-ка. Знаете, у меня вот просто на столе стоит кактус. Даже не поленюсь, вам его покажу. Во-первых, улыбнетесь. Такого кактуса вы вряд ли где-то увидели. Знаете, я мало могу представить, что я жую такой кактус. Мне кажется, это будет мега невкусно, хотя выглядит очень даже симпатично. Представляете, какие у меня кактусята? Вот, пусть он тут с нами стоит. Так вот, это что-то нереально вкусное. Есть легкая кислинка. Но я не могу сказать, что здесь ярко выраженный какой-то вкус инжира. Но то, что мне это очень нравится, то, что они не сладкие, они, естественно, они же без сахара, все эти мармеладки без сахара. Очень вкусно. Не буду сейчас ее есть, потому что не взяла с собой чашку чая, да, чтобы сразу запивать и так далее. Так, поехали дальше смотреть. О, наконец-то, ребята, это коллаген. Для меня это продукт номер один, он мне нужен, он для меня важен, потому что у меня проблемы с суставами. И мне кажется, эта проблема уже 40+, она начинается практически у всех людей. У кого колени, локти, плечи, поясница, да, и так далее. Я брала до этого коллаген просто морской. Он отвратительный. То есть я его даже пить не могу отдельно, в отдельном виде. Это настолько невкусно, что просто невозможно пить. И я себя не мучаю, естественно. Я беру и добавляю коллаген в любой коктейль. Коктейль, клетчатка, какой-то напиток вкусный, чтобы вот тот вкус перебивался. Этот же коллаген, он с ягодами, то есть он с ванилью и черника. Ваниль и черника. Во-первых, черника полезна нам для глаз, да, для зрения. Как вы знаете, продукты с черникой этим и ценные. Вау! Так, здесь внутри должна быть где-то ложечка, но у меня она... Получается, она провалилась вниз. Ну ладно, ничего страшного. Возьму из того. Как вкусно пахнет. А, вот ложечка, вижу ее. Все, очень вкусно. Знаете, на что похоже? Тут вот порошочек внутри. Если вы пробовали из спортивной линейки коктейль черничное мороженое,
Вот очень похоже по вкусу. У меня как раз там чуть-чуть осталось этого коктейля. Но этот коллаген я смогу пить без добавления во что-либо. Абсолютно спокойно. Здесь нужно 2 ложечки в день. То есть, смотрите, 2 мерные ложечки. 10 мл или 5 грамм порошка. Размешиваем 150 мл воды. Или фруктового сока, или любимого напитка. Употреблять 1 раз в день во время еды. 3 месяца пьем курсами 2-3 раза в год. То есть, я вот сейчас... ту пачку уже допиваю, практически там чуть-чуть осталось. Я сразу взяла эту, потому что долго ждала, ее не было на складе, этой пачки, именно с черникой, ванилью. Это прелесть, все, это теперь будет, наверное, наш любимый продукт, да, девчонки? Потому что нам же важно, чтобы мы были здоровы. Так, смотрите, я заказала вот такую вот формулу 3, 120 капсул, здесь 20 антиоксидантов для ежедневной защиты. То есть у нас вот есть что-то похожее, да, новамин, но вот эта формула 3 еще круче, чем новамин. То есть это как истоки чистоты для того, чтобы почистить клетки, межклеточное пространство, лимфу. Вот буду пить, буду пробовать. Кстати, взяла себе, можно сразу, травами пахнет. Мне настолько нравятся БАДы. У нас есть магний, мой любимый сейчас, наверное, продукт, и у всех, кого не спросишь, все пьют магний, но мне у магния такой аромат невкусный, Миша вообще его не переносит, а я пью, и я чувствую там вот валерьяну, пустырник, да, а здесь вот, здесь другие травы, по вкусу надышаться невозможно, смотрите, экстракт шалфея, экстракты клюквы, виноградных косточек, чабреца, душицы, витамин С, экстракт зеленого чая, рутин, витамин Е, ликопин, ой, как много всего, экстракт черники тоже, бета-каротин и так далее, витамин А. Вот, очень вкусно, очень классно, буду пить, вам рассказывать, что со мной происходит. Так, дальше, заказала себе вторую пачку хронолонга, первую пропила. Ну, что я хочу сказать, пока вот какого-то явного эффекта я не увидела, но для женщин, которые уже входят, да, в такой, во взрослый период, период менопаузы, рекомендуется пить хронолонг просто на постоянной основе, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы сохранить молодость и красоту. Потому что женщины, которые попадают в такой период, они могут резко состариться, потому что меняется полностью гормональный фон, да, все процессы в организме перестраиваются, женщина испытывает огромный стресс и может резко постареть, то есть, да, визуально женщина начинает выглядеть вообще по-другому, старше. Поэтому я поначиталась, думаю, так, я девочка взрослая, мне уже 49 лет, поэтому... надо пить. Вот, как он выглядит, давайте я вам покажу. То есть такая красивая коробочка раздвигается. Вся женская линейка как раз вот в таком красивом сиренево-лиловом цвете. И здесь по одной капсулке в день нужно просто пить. Вот таких 2 блистера с капсулками на месяц, ровно на месяц. Пьем и хорошеем с каждым днем. Что еще взяла? Так, здесь у меня, как сказать... для того, чтобы почистить сосуды, да, для сердца, этот напиток называется «Чистое сердце», он с клубникой, здесь бета-глюканы овса. Что нужно делать? Открываете пачку, вообще для хорошего эффекта нужно 3-4 пачки, вообще в принципе можно просто пить на постоянной основе, чтобы сердце и сосуды чувствовали себя хорошо, чтобы сосуды были чистые. Смотрите, здесь вот 14 таких вот пакетиков. Один пакетик в день разводите с водичкой. Очень вкусный напиток. Просто очень вкусный, освежающий. Вы представьте, клубника. Кто любит клубничный компот? Кто любит клубничку просто? Есть люди, которым вот этот напиток поможет просто поддержать свое сердце, чтобы оно четко билось. Да, в унисон жизни, чтобы все были здоровы и чувствовали себя хорошо. Так, и взяла еще один напиток, коробочка у меня чуть-чуть помятая пришла, но не страшно, потому что это я взяла для себя. Почему заказала вот эту коробочку? Я поначиталась, что сейчас идет вирус, и вирус сильный, у меня уже очень много знакомых заболевают вокруг, и многие что делают? Сразу покупают себе, например, Тераффлю или еще какие-то там с аскорбинкой и так далее. Так вот, лимон и имбирь, вот здесь 8 пакетиков,
это природный, безопасный, который не даст каких-то побочек, такие вот пакетики. Нужно выпивать, если чувствуете, что на вас набросилась простуда. Если вы чувствуете, что начинает, да, там нос литься, горло свербит, немножко калашматит, то есть вы четко сразу понимаете, что начинается. Это никто не ошибется. И вот, пожалуйста, лимон и имбирь я купила, чтобы был дома. Потому что если вдруг кто-то, да, начнет сопливиться, я просто их напою этим вкусненьким напитком, и пусть они у меня все, или я сама, будем здоровы, потому что никто вот этого не может, как говорится, оградиться. Вирус есть вирус, он всегда может наброситься неожиданно, и мы должны быть готовы ко встрече с вирусами. Дальше, органический цинк. Это я папе заказала, он у меня пьет на регулярной основе цинк. И вообще, в принципе, у меня у родителей, знаете, по коробке, они у меня каждый день по горстке таких капсул разных пьют. Мама в восторге от бокса, который называется Пульсбокс, потому что у нее перестало шарахать давление. Она себя хорошо чувствует. У меня родители пропили по несколько упаковок Neurovision. Я, кстати, сейчас сама пью Neurovision. И они отмечают, что лучше себя чувствуют. Есть энергия, светлая голова. У меня мама говорит, я себя давно так хорошо не чувствовала. Они стали лучше спать, потому что в 74 года тут и нарушение сна, нарушение стула, да, то есть, ну, вылазят всякие проблемы. Поэтому у меня у родителей все расписано. Это утром, это в обед, это вечером. Они меня все знают, все пьют. Обязательно пьют новамин. У них сейчас новамин N. Кстати, новамин N рекомендуют пропивать курсами хотя бы раз в полгода, как профилактика онкологии. Представляете, я сама пропила, Лера, Миша, родители Мишина, мои родители, один месяц пропить по одной капсулке в день, и это будет классная профилактика. Вот цинк, он тоже такой в баночке идет, здесь 60 капсул, ну не буду открывать, отвезу папе, пусть сам открывает. И взяла вкуснейшие батончики, я все охочусь за батончиками, которые называются банан и вишня. Или вишни и банан. Они для меня самые вкусные. Но с кокосом тоже вкусные. Очень вкусные батончики. Очень сытные. Дети обожают. Они вкусные, они классные. И я их очень люблю брать с собой в дорогу, чтобы был здоровый, классный перекус. Слушайте, а эта коробка очень тяжелая. Я даже не помню, что здесь. Потому что я их заказала перед поездкой в Питер. И ту, и другую отправила. А Миша уже получал. И я вот только сейчас их открываю, представляете? Даже открыть некогда было, потому что я как приехала, как кинулась в работу. А знаете, почему я сегодня видео записываю? А я вам расскажу. Потому что весь день нету интернета. У меня мобильный дома не ловит интернет, а домашний почему-то сегодня не работает. Так, не пойму, как открыть коробочку. Нашла. Я ее не с той стороны открывала, представляете? Блондинка, одним словом. Так. Вы мне можете писать в комментариях вопросы. Я, может быть, не так уж и сильна в продукте, да, как вот многие у нас есть девочки, которые с медицинским уклоном, да, медсестры, врачи, нутрициологи, они очень хорошо разбираются, они прям разбирают все составы. Особенно меня порадовали девушки, которые работают в аптеке, они сравнивают состав БАДов аптечных и БАДы Siberian Wellness, и просто они говорят, мы в шоке от этих составов, насколько они грамотные, насколько хорошие дозировки, и действительно они работают, девчонки работают с клиентами, очень активно занимаются именно прям продвижением продукта, они составляют программы, у меня в команде очень много таких уже партнеров, и я горжусь этим, потому что сама к ним обращаюсь, когда нужно что-то составить, я даже им говорю, девчонки, а как это, а как то, они у меня в чате помогают, потому что у меня есть клиентский чат, я его наконец-то все-таки начала вести, они помогают в чате, потому что они классно знают продукт и могут прям, ну, круто посоветовать. Слушайте, я заказала себе какую-то новинку, называется мака перуанская, я про нее поначиталась, тут и повышает либидо, и вообще там просто столько всего классного, я думаю, я хочу. Так, ну здесь, конечно, не написано для чего, ну, понятно, да, можно всегда залезть на сайт и почитать. Попробуем. Ой, ну вообще они такие зеленые капсулки. Сейчас я их понюхаю. Ну-ка. Незнакомый аромат. Нет, знакомый.
Слушайте, какую-то еду напоминает. То есть, ну, этот аромат я точно... Или похожий, я его уже нюхала. То есть для меня, для моего носа сначала показалось что-то непонятное, а потом даже что-то в выпечке где-то я такое ела. А это что такое? Я заказала себе... Не падайте в обморок, но я прям конкретно занялась своим телом. Я сейчас хожу на лимфодренажный массаж. Знаете, такой аппарат, как пылесос затаскивает. Одеваешь такой костюм, как космонавту, в обтяжку. Такой пум-пум-пум, просто от горла до пяточек костюм. И как пылесосом вакуум такой затаскивает. Делаешь. Делают мне 30 минут все тело. Это такой классный результат, все отеки уходят, при том, что я это делаю все с антицеллюлитным кремом, беру наш крем антицеллюлитный, который печет конкретно, особенно если его наносить после душа, то это что-то с чем-то. А это, вау, смотрите, какой классный вообще. Это специальный укрепляющий и моделирующий крем для тела. То есть я сейчас буду продолжать и антицеллюлитную программу делать. Вот этот массаж у меня еще 5 сеансов. И буду таким укрепляющим для тела делать. Слушайте, ну приятно, прям вот приятно заботиться о себе. Тем более, что я вижу прям эффект классный. И я рада, что есть такие продукты, которые... Мне не надо искать где-то на стороне для того, чтобы поддерживать свое тело в красоте и чувствовать себя женственной, желанной, красивой, ухоженной, стройной, подтянутой. Это просто для меня класс. Я взяла Vision Box, это папе и мне, потому что за зрением нужно... ухаживать, да, за нашим телом нужно ухаживать. Вы знаете, вот наше тело — это как пальто, да, вот, ну, аналогию можно привести. Купили пальто, поносили, не понравилось, да, поменяли, купили другое, передарили. А вот тело — это тоже, да, это пальто наше, это наша одежда, но мы не можем его поменять, продать, купить новое, выкинуть. То есть вот тело дается один раз на всю жизнь. Каждая клеточка, да, она работает каждый день, она рождается, растет, она становится взрослой, отмирает. И вот чтобы наши клеточки были здоровые и красивые, надо всесторонне их поддерживать. И так как питание сейчас настолько, вот, мягко говоря, пустое, да, еда из магазина, она такая пустая, даже в деревне, вы знаете, у меня родители в деревне живут, они выращивают много продуктов на своей земле, у нас яички деревенские, да, курочки свои, но я хочу вам сказать, что этого недостаточно, потому что и экология изменилась, и земля другая, земля стала пустая. Даже вот то, что вот выращивают многие продукты, вот морковь, лук, они просто гниют. Их собрали урожай, а они уже сейчас гниют, представляете? Вот просто у меня мама перерабатывает все, пережаривает, закатывает в банки, режет, замораживает, потому что не лежит продукция. Это же ненормально, согласитесь? Раньше выкопали, бросили в погреб, и до следующего урожая все ели. Сейчас все по-другому. Я думаю, вы это тоже замечаете. И мясо на вкус другое, да, и молоко. Так вот, БАДы – это дополнительное питание наших клеточек. Поэтому для глаз очень важно. Вы знаете, я понимаю, что глаза – это вот сейчас, это мой рабочий инструмент, да, глаза, мозги, руки. Поэтому NeuroVision, потом IQ Box я уже пропивала, Vision Box для зрения. Я периодически синхровиталы можно, да, вместе с ними пить, чтобы усилить эффект. Я уже сейчас вижу результат, поэтому пью сама и пьют мои близкие. Я никого не уговариваю, пейте, давайте, ребят, вместе оздоравливаться. Люди, которые понимают, они сами нас находят и сами просят продукцию. Люди, которые понимают, что БАДы – это продолжение жизни, это именно не просто долголетие, а это здоровое долголетие. Когда ты не обуза для своих близких. Вы знаете, у меня есть такой страх, что вот я буду там овощем, и моя дочка будет за мной ухаживать, я этого не хочу, и не буду, да, я до этого не буду доводить. Приложу все максимально усилия, чтобы быть здоровой и красивой. И следующий продукт – это пилинг для кожи головы. Вы знаете, я не так давно стала пользоваться именно скрабами для головы, и когда вышел пилинг,
Я сразу заказала, как только появился у нас на складе, я заказала этот пилинг, он с натуральными АХА-кислотами. Он удаляет роговевшие клетки эпидермиса, остатки стойких укладочных средств. То есть, если вы пользуетесь муссами, лаками, гелями для укладки волос, то надо чистить волосы и кожу головы. Да, чтобы волос был крепкий, здоровый, блестящий, чтобы кожа дышала, чтобы лучше волосы росли, да, чтобы питание поступало корням волос. Понимаете, это же все связано. И, конечно, надолго обеспечивает чистоту, что мне очень нравится. Как пользоваться? Перед мытьем головы нанести небольшое количество пилинга на сухую кожу с помощью дозатора, по проборам помассировать у корней для лучшего распределения, оставить на 15 минут, тщательно смыть водой, промыть шампунем. Использовать 1-2 раза в месяц. То есть, смотрите, используемся мы не часто, не регулярно, 1-2 раза в месяц, то есть, чтобы не слишком уж не вычистить все, да, это тоже надо понимать. Вот такой флакончик, тут жидкость какая-то. Я попробую, обязательно расскажу, если интересно. Кстати, можете также попроситься ко мне в чат, если вы еще не являетесь партнером компании, можете ко мне в чат попроситься, я вас тоже добавлю, я там делюсь своими результатами, рассказываю о продукции, отвечаю на вопросы. Так, ИПАМчик 44, это, кстати, тоже для сердца ИПАМ. Заказала себе и одному товарищу, у которого, да, сердечком проблемы. И я тоже, кстати, забочусь о своем сердце. Пропила недавно синхровитал для сердца. И вот сейчас буду пить ИПАМ. ИПАМы очень круто работают, но их нужно пропить 2-3 месяца, чтобы был классный результат. Это просто капельки. Если вы не слышали, что такое ИПАМы, их всего несколько видов. Вот такой клеточный концентрат, маленькие флакончики, вот так открываете, ой, закрыт, крепко не открою сейчас, капаете под язык, я в ложечку обычно капаю под язык 10 капелек, выливаю 2 раза в день. Ребята, работает круто, особенно у нас много отзывов, кто уже попробовал 24-й гинекологический ИПАМ. Девчонки пишут, что перестали идти болезненные менструации, что в принципе стали лучше себя чувствовать, нет тянущих там каких-то болей внизу живота, то есть, ну, работает очень хорошо, особенно работает все, если составить программу, то есть не просто один ИПАМ, а еще добавить какие-то продукты, именно, например, если это мы по женскому здоровью занимаемся, значит, для женского здоровья все есть в компании. Знаете, что меня особенно впечатлило, я вот как раз была сейчас в Питере на конгрессе, выступали ученые, рассказывали, какие новые продукты, и больше всего мне понравилось, что ученые работают вместе с гинекологами, с врачами, вот, да, и с другими врачами для того, чтобы создавать нужные, правильные продукты. То есть гинекологи прям говорят, нам нужен вот такой продукт, чтобы он вот так работал, чтобы женщина его пропила, и у нее ушло то-то, 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 то-то. Результаты классные. Понимаете, то есть это все вот именно с врачами делать, не просто там ученому в голову взбрело что-то сделать, а именно медики диктуют, что нам сейчас нужно, что актуально, какая сейчас самая, да, большая, это же можно назвать эпидемией, потому что очень много бездетных, очень много женщин, у которых ранний климакс начинается, да, и вот они помогают ученым создавать такие продукты, которые нам помогает потом, женщинам, да, быть здоровыми, красивыми и позитивными. ИПАМ 900, он называется респираторный. То есть, если мы говорим о том, что там насморк уже, да, горло болит, то в нос можно закапывать по одной капельке и по 10 капелек под язык. Можно даже вот с грудничкового возраста ИПАМчики такие давать, 700 и 900. Вау, что я себе заказала? Столько много слышала про этот продукт и решила его себе тоже взять попробовать. Хотя у меня, конечно, много всего еще не закончила. Я с ниацинамидом сыворотку брала, и с бакучелином. И еще у меня есть сыворотка ночная, интеллектуальная. Но я посмотрела результаты. Дело в том, что это ампульный концентрат, и он называется лифтинг и упругость. Вот к таким концентратам отдельно продается пипетка. Я ее уже купила. Раньше 50 рублей пипетка. Ее использовали один концентрат, бутылочку выкидываем, пипетку оставляем, моем, в следующий вставляем. То есть такой, знаете, то есть экологичный подход, чтобы поменьше создавать продукции, которая идет на выкид. Так, буду пробовать. Девчонки показывали результаты. Просто
лицо подпрыгивает, подтягивается, упругость кожи увеличивается. Я и так сейчас уже вижу классные результаты. Именно с косметикой Siberian Wellness я вижу, что лицо у меня выглядит лучше, свежее, моложе. У меня глубокая складка здесь разгладилась, глубокая морщинка вот здесь, межбровка, да, даже носогубки мягче стали. Ну, иногда свет по-разному падает, бывает, вот, например, да, тень какая-то ложится. Но я вижу себя каждый день в зеркале, и я вижу, как меняется мое лицо. Мы летели с дочкой в самолете, рядом с нами сидела девушка. А потом так получилось, что обратно, когда мы ехали из Питера, мы на поезде возвращались, она оказалась в соседнем вагоне, мы с ней встретились. Я говорю: о, привет, привет. И она меня узнала, и я ее. И она говорит: а где ваша сестренка? То есть она на мою дочку подумала, что она моя сестра. То есть я в свои почти уже, да, 49 с половиной лет, практически 50, я считаю, что благодаря, во-первых, витаминам, БАДам, здоровому образу жизни, более-менее здоровому. Я, конечно, не убитый зожник, который там все время тренируется, питается правильно, но я стараюсь. Я пью коктейли, я пью вот коллаген. Вы видите, да, у меня много БАДов, которые помогают поддерживать свой организм. Занимаюсь собой, массажи. Это же тоже вклад в себя. Согласны? И, конечно, классный уход, потому что если... только один классный дорогой уход, он не сработает, потому что он влияет только вот на верхние слои кожи. А нам нужно, чтобы клетка была здоровая, красивая, правильной формы, чтобы она делилась правильно. Тогда и кожа будет более ровная. То есть мы и изнутри должны о себе заботиться, и снаружи. То есть вот такой, да, такой должен хороший быть комплекс. Так, дальше. Ой, не удержалась. Заказала себе вот такую новинку. Это серия Эксперальта, выравнивающая ночная крем-маска, которую не нужно смывать. То есть мы ее наносим на ночь, а утром просто умываемся. То есть она остается с нами, спит с нами всю ночь, ухаживает, да, заботится. Утром встаешь, а ты красавица. Во, как красиво это выглядит. Хочется понюхать. Сегодня буду пробовать уже. Тут внутри крышечка. Вот так мы ее открываем. У нее такой цвет интересный, желтенький. Капельку сейчас дотронусь. И нанесу на руку. Так. Гибаночки хорошие, все очень красиво оформлено, все приятно брать руки. Когда делаю уход, я просто замечаю, что я улыбаюсь. То есть когда я наношу какие-то средства, я вот просто кайфую, я улыбаюсь. Нежный аромат, вот он прям ненавязчивый. Ну, посмотрим, как эта масочка меня будет омолаживать, да. Все, кстати, впитывается хорошо. И это еще не все. Я заказала повторно вот этот продукт, называется пенка для умывания, увлажняющая. Знаете, у меня тип кожи, кожа нормальная, но немножко выражена Т-зона. Ну вот бывает, когда жара, у меня вот тут может начать блестеть, или там в течение дня может появиться блеск в Т-зоне. Но в основном все вот гели, которые я раньше использовала, они все равно чуть-чуть подсушивают, сразу нужно носить крем. С этой пеночкой она настолько мягенькая, действительно увлажняющая, вы в нее влюбитесь. Во-первых, мне нравится, что здесь сразу идет дозатор, то есть уже наносишь, я могу даже вам показать, потому что буду ей сейчас пользоваться. Вот видите, она сразу идет, вот эта пеночка, мягенькая, она такая пышненькая, нежненькая, шикарно все отмывает. Я всегда пользуюсь косметикой обильно, практически никакого аромата у нее нет. Такая вот она, с комплекса активных веществ эндемичных сибирских растений. У нее состав очень богатый, я не буду все перечислять, но сам факт, что после нее кожа мягенькая, чистенькая. Я пробовала потом тонером, протираю лицо, ватный диск идеально чистый. Просто бывает, некоторые средства вроде бы умылась, а потом протираешь, а все равно ватный диск немножечко не свежий, да, видно, что остаточки есть какие-то косметики с лица. А от этого все идеально смывает. Вроде бы думаешь: ну она же такая мягенькая, нежная пеночка, ну что она там может, да, сделать? Все прекрасно, девочки, прям вот не переживайте. Ну, кстати, быстро как впиталась маска, но я ее буду толстеньким слоем наносить,
Примерно за полчаса до сна надо любые средства косметические нанести по массажным линиям, неважно, это пенка, крем или маска, мы все наносим по массажным линиям, а центры лица все в стороны. И за 30 минут почему? Чтобы дать питаться, чтобы продукт не остался на подушке, чтобы он успел, да, чтобы кожа взяла сколько нужно. И тогда спокойно ложитесь спать. И это еще не все. Здесь у меня еще несколько пачек кактусов. Я поняла, кактусы мне подойдут. Очень понравились. Я взяла много. Почему? К нам часто приходят гости, я на чай достаю несколько разновидностей мармеладок. И детские вот эти шарики с малиной, с вишней мне очень понравились, шоколадные. Вот эти шарики, которые для детей полезны очень, для кишечника, для зубов, как костей, там с кальцием есть. Я это все заказала и взяла еще вот такие вот упаковки с черникой. Три упаковочки здесь у меня. Взяла на пробу, все тоже пустая коробка. Итак, давайте посмотрим, что это за черничный хруст и польза витаминов. Давайте я пока буду читать и заодно посмотрим, что внутри. Ой, цвет какой интересный. Как будто, знаете, беленькая с фиолетовым, без добавления сахара, без искусственных ароматизаторов, красителей и трансжиров. Так, черника, любимый десерт, даже не сомневаюсь, что это будет любимый десерт, яркий ягодный вкус, огромное количество витаминов группы В, С, Д, Е, П, П, А. Поможет оставаться активным, энергичным на протяжении всего дня без искусственных ароматизаторов, красителей и трансжиров. Так, сколько можно пить? Давайте посмотрим адрес. Адрес содержит... Так. Смотрите, при чрезмерном употреблении может вызвать слабительное действие. Так. А сколько же его и кушать? Не вижу. В одной порции 6 дрожжей. Вот, значит, 6 штучек нужно съедать. Ой, прям черника вкусная. Как я люблю чернику. Какой же умный человек, да, придумал. Ну все, я пошла чай пить. У меня мармелад. У меня теперь новая. Я не могу, как это вкусно. Пока есть на складе, берите, потому что я видела, вот эти мармеладки пропадали, потом опять появились. И то же самое с черникой. То появится, то пропадет. Поэтому пока есть, запасайтесь. Я вам всем желаю крепкого здоровья, отличного настроения. Я вам желаю успехов, реализации. И просто будьте счастливы. Угу. Договорились? Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых роликах. И до новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!